дорогие наши зрители, а также просто подписчики нашего YouTube канала. Каждое утро у нас выходят самые интересные новости из жизни российского шоу-бизнеса. Мы их делаем только для вас. Сегодня мы вновь рады вас приветствовать на нашем YouTube канале. К сожалению, мы спешим с вами поделиться печальным известием. Об этом не хотелось говорить, но хочется, чтобы вы об этом знали, так как эта новость скоро распространится по просторам российского интернета, и вскоре об этом будет знать вся Россия. Всеми любим и знаем российского певца и музыканта Александра Розенбаума. Многие из вас являются большими поклонниками и фанатами этого певца. Сегодня в Санкт-Петербурге проходил большой концерт шансона. Туда выступить был приглашен наш любимый певец и музыкант Александр Розенбаум. Но когда он вышел на сцену и начал исполнять свою песню, случилось большое горе. Техника дала сбой, электрический ток попал на струны гитары Александра Розенбаума. Александра Розенбаума откинуло в сторону, и он потерял сознание. Концерт был приостановлен. На место происшествия вызвали сотрудников полиции и следственно-оперативную группу. Медицинская помощь потребовалась и самому Александру Розенбауму. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи говорят, что удар был током очень сильный. А по всем остальном, дорогие друзья, вы услышите уже завтра утром на нашем канале. Поэтому прошу вас подписаться на наш канал и следить за нашими новостями. Ведь мы их делаем только для вас на нашем YouTube-канале.